Итог тяжелого месяца подготовки к конкурсу «Краса Истры» – грандиозное финальное шоу. И по праву сказать, оно превзошло все ожидания. 16 ярких финалисток в буквальном смысле поразили строгое жюри, которыми стали люди далеко не безызвестные. Певица Варвара, режиссер Борис Грачевский, модельер Елена Шипилова, генеральный директор Fashion House International Вадим Хусаинов, продюсер Олег Челышев и победительница конкурса «Мисс Юниверс» Вита Рой. Они признали наших финалисток самыми красивыми девушками страны. Безусловно, было выбрать сложно. Все достойные, все красивые, талантливые, энергетика мощная у каждой девушки, поэтому нелегко. В результате долгих споров члены жюри вынесли свой вердикт. Короны получили все участницы в номинациях Best Model, Photo Model, Top Model и Super Model Istra Beauty. Также свою награду получила единственная и очень достойная миссис Истра, определенные победительницы юная и взрослая мисс Истра, а главный титул «Краса Истры» по праву достался яркой и обворожительной Александре Гуреевой. Именно ей дали грант на участие в конкурсе «Русская красавица 2016». Главное не реветь. Готовы реветь? Да нет, еще все вон фотографироваться хотят, а я реву. Очень счастлива. Блин, спасибо большое всем организаторам и жюри. Предполагалось, что для других участниц на этом конкурс завершится. Но члены жюри не могли не дать возможность остальным финалисткам пробить себе дорогу в мир моды и красоты. Здесь ситуация какая? Здесь не только победительница грозит. Победительница, она получила грант больше на 30 тысяч рублей и право участвовать в конкурсе «Русская красавица». Но все остальные участницы, вот, которым мы вручали, вот победителям, кто в призовые, они чуть поменьше грант получили, но они тоже получили право участвовать. То есть здесь самое главное, не чтобы ни одна участница представляла Истру, а потому что ну, девочки достойны, и даже когда жюри подводило итоги, то есть мнения разошлись. И вероятность ошибки может быть. О том, как проявят себя наши девушки на конкурсе всероссийского масштаба, мы обязательно расскажем в наших следующих репортажах. А также не пропустите наш пятничный выпуск, в котором мы подробно осветим финал конкурса и поведаем о том, как же все было на самом деле. Полина Громова, Ильдар Шифигулин, Иван Ланин, Михаил Моралов, Истернет ТВ.